Всем привет, ребята. Сегодня хотел просто так, ну как бы, обсудить такую тему. Ну, длина удилища эклипса. Вот мне этот вопрос всегда очень, как бы. Ну, давайте разбираться вместе будем. Значит, так у нас получается. Ну, берем удилище любое из. Я не знаю, давайте фидеры брать. Без разницы. Значит, смотрим. Первый удильник у нас идет длина 3,2 метра, да? Значит, получается, смотри, если ты подходишь к берегу вплотную и забрасываешь клипсу 10, то если удильник у тебя будет длина уже 4 метра, значит, ты ставишь клипсу уже не 10, а 9 метров. Вот. Если ты опять же стоишь вплотную к воде. Вот. Давай брать, значит, бунисаны. У них тоже размер. Длина 3,6 и 4,2. Вот этот буник не надо покупать, потому что у него прочность всего 14, а у этого 16. Так что 3,9 вполне. То же самое, опять же. Бывают посты пишут, да, ВКонтакте все об этом хорошо знаете, что получается, ты заходишь в пост, смотришь, а он пошел на носоря, у него клипса 8. Так правильно, у него удочка длиной 6-метровые, наверное, их нету все-таки. Они все такие до 5 метров, наверное. Ну да, вот тут 4,5 есть, 3. Ну, там может быть, конечно, вот этот плюс-минус не играет, но мне кажется, все равно, если у тебя фидер 3-метровый, ты ставишь клипсу 10 и забрасываешь, да? Вплотную от воды, насколько можно удочку поставить. А у него удочка длиннее, значит. А у тебя короче, значит, все-таки этот метраж надо учитывать. Ну, не знаю, не знаю. Все это, конечно, может быть и. И неправильно, неправильно, это кто его знает. Но опять же. Играет эта роль, не играет эта роль, как бы. Длины. Не знаю. Вот, так что. Может быть, кто-то, я не знаю, согласится с этим, не согласится, но. Но это опять же мое мнение. Ну а так, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, увидимся.